Давай, выходи. Удался сюрприз. Сначала скажи, да или нет. Нет. Почему? Кольцо не нравится. Ты маленький маменькин сынок. Тебе рано жениться. Слушай, я не понимаю, когда ты шутишь, а когда говоришь серьезно. Интересно сейчас было бы посмотреть на лицо твоей мамочки при этой новости. Ну как ты вяжешь? Как ты вяжешь? Как? Ведь просыпется все. Да ничего не просыпется, всю жизнь так лежит. И всю жизнь сыпется. Ладно. Вот так вот лучше? Да лучше. Лучше? Да лучше. Я ж вчера вот так вот вязал, а опять не так было. Только бы спорить со мной. Я, Федоровна, за справедливость. Угу. Ты мне демонстрации здесь не устраивай. Все. О! Началось в колхозе утро. Явилась росомаха. Смотри, Маринка. Догуляешься, принесешь нам подале, как сестра. Бабулечка, не переживай, ничего я не принесу. Не дура. О. Погоди, ты что? Педали? А замуж выхожу. Как это замуж? Ну, так, свалю от вас. Кстати, сегодня в 8 вечера приедет наша новая родня. Прокурорша. Пап, я тебя прошу без сюрприза. Ну ты что, свататься, что ли, да? Нет, ну... Надо же подготовиться как-то. По уму. Бабуль, в школе-то учат. От ума горе. Выросла Маринка. Замуж. От Катька не дожила. Уедет теперь от нас. Да хватит причитать-то. Уеду. Хорошо. Нет, ну вообще, конечно, семейка наша и мамаша Игоря. Такой угар, блин. Прокурорша. Она, поди, не бывала никогда в таких хоромах. Нет, ну, ты понимаешь, что такие дела наспех не делаются? Это вот твое племя суматошное. Поехали. Я ведь в свое время и Таньке так говорила. Таня, не спеши. Не спеши, Таня. Нет, не слушай. Доброе утро. Доброе. Я тебе говорила, я первая замуж. Поздравляю. Спасибо. Очень за тебя рада. Может, ты тоже? Пора присмотреться к кому-то. А то как-то даже неудобно. Старшая сестра, все, мать одиночка. Меня все устраивает. Да? Это ты сама так думаешь? Или тебе твой гипнотизер это внушил? Какой гипнотизер? Ну, Костя твой, сказочник. Кашпировский Андерсон в одном лице. Ну, не читай, пожалуйста. Тань, я даже не заканчивала. Вот ты ждешь, он разведется, да? А если не разведется? Они с женой уже 2 месяца не вместе. Это срок. А прошлый раз сколько они протянули? Слушай, я не хочу на него давить. Бедненький какой, а? Он тебя бросил одну, даже есть лет с ребенком, а ты не хочешь давить? Я понимаю. Ему непросто. Во-первых, не Али Тимка спит. Во-вторых... Во-вторых, знаешь, когда любишь, это всегда непросто. Кинет он тебя. Кинет. Целую ночь, соловей нам. Пивун, ты заткнись. О, физкульт-привет, Гулёна. И ты, Плывун, тоже. Заткнись. А я-то что?
Че, ты только встал, что ли? Да. Мишка, ты помылся? А за меня вон Макс умылся. Да ладно. Никуда. Так, из моих рук только. Ничего себе, поздравляю. Спасибо. А что это у нас теперь? Свекровь, прокурор города? Ну так я специально для тебя старалась. Чтоб ты в следующий раз тырил не телевизор, а сразу машину. Выходи на новый уровень. Да, я уже на новом уровне. Рубашечку погладишь? Пожалуйста. Пожалуйста. А куда ты собрался? Братан, ты хозяин сегодня приехал. Если у него настроение хорошее, он Мишку на работу устроит. Понятно. Так, приятного аппетита всем. Так, я спать. Давай. Лаура, подходи ко мне, посмотри, какие помидоры. Выступлю по-родственному. Спасибо, тетя Галя, но я аж это, усиху жду. Ой, конечно, усихи-то пестициды. Ты думаешь, что у нее такие хорошие помидоры? Это химия сплошная. А у тебя там своя химия. О чем это вы? Ой, как о чем? Об сморчке об этом. Да знаю, что ты тут фланируешь. Духами ты надушилась. Ну, чего вы взяли? Вот что я кого-то жду. Ну, у тебя же есть. И всю жизнь в кубышку складываешь. Ребенку-то на свадьбу. Ну, ну чтобы не хуже, чем у других было. Ну, как же. Вот тебе! И не говори мне даже об этом. Я слушать об этом не хочу. Ой, здравствуй, Лаура. Здравствуй. Здравствуйте, Тамара Федоровна. Петь, здравствуй. Привет. Это интересное кино получается. Я в этом саду вкалываю, как проклятый. А деньги выходят твои, да? Да, мои. И дом мой, и сад мой, и деньги мои. А вот дочь тебе замуж отдавать надо, вот и думай, на что. Ну, хоть какая-то часть моя должна быть. Нету! Никакой твоей части нету. Ты чего у вас там стряслось-то? Маринку замуж отдаем, а этот папаша ни на свадьбу, ни приданное не насобирал. Зачем живет только на белом свете? Да отстань ты от мужика. Он сколько денег потратил. И, да, и на лечение, и на похороны Катьки твоей. Петя, а замуж за кого дочь выдаешь? Это... Сын прокурорши сватается. Господи, ни кожа, ни рожа, а прокурорши будет. Мир совсем с ума сошел. Ой, а твои коровы вообще никому не нужны. Лаурочка. Да. А вот твои помидорчики. 2 килограммчика. Спасибо. Да. И тебе спасибо, да. Милая. Спасибо. Ладно, Федоровна, пойду я. Давай. Петя, так ты ж на работу? Да. Ну да. Ну так, может, поможешь мне поднести? Ну давай, только я спешу, идти буду быстро. Ты на этих каблуках успеешь? Успею. Петь, а я там вчера суп сварила, рыбный, вкусный. А есть некому, зайдешь? Да опаздываю я вообще-то. Так минут на 10 всего. Все равно, что не опоздал. Мне как была рыба. Да. А ты обещал шланг поливочный посмотреть. Ты слышала, дочь замуж выдает, дело по горло. Все осмыслить надо. Выдам, посмотри. Лучше знаешь, найди себе кого-нибудь посмотреть. Так это не к спеху, я подожду. Ладно. Я давно тебе хотел сказать, ну, не надо нам это. Знаешь, у баб языки длинные, да и вообще. А что тут такого? Мы же знакомы 100 лет. Мы же одноклассники. Разве мы не можем Костик друг другу ходить? Ну, ты и делаешь, что много. Не по возрасту нам, в гости. Отходили мы с Вейлор. Ты извини, но я вдовец, ты вдова. На прицеле мы у этих
Язычков. Не обижайся. Миша, ты долго еще, а? Да не суетись. Я уже скоро слепну твой ботинок. Ботинки? Брат, это признак большого человека. Ты посмотри, все боссы ходят в идеально чистых ботинках. Ты же босс, ты же помощник администратора будешь. Это я пока помощник администратора. А там посмотрим. Так, что расселись? Аккуратнее ботинки. Хорошо. Вроде опаздывали. Да опаздывал, с ботинки он. Возьми. Учу. Вот и возьми. Танюх! Танюх! Я через 5 минут буду ехать на работу. Давай подвезу. Да подвозишься. Пока тесть не узнает. Слушай, мне что, специальное разрешение нужно спрашивать, чтобы соседку подвезти? Да Карина бросит тебя в конец. Тогда повышение прогорит. Да ты вообще сам понимаешь, что ты творишь? Понимаешь или нет? Иди домой, а. Здрасте. Здрасте. Не обращай внимания. Петя, вали к нам. Подкрепиться перед работой надо. Ну, мужики, да не доработали сегодня. Маринка замуж надумала. А так плюнь на все. Ты свое дело сделал, родил, а они поженятся. Да ну, первая свадьба у меня, надо, чтобы все как-то по уму было. Шабашка нужна. Они тебе много помогли? А? Спиногрызы. Петя. Видел у Назарова народ какой-то деловой. Вроде строился, собирались. А этот скоро все скупит. Все на него работать будем. Давай. Спасибо, мужики. Я Назарова сбегаю. Потолкую. Спасибо. Аркадьевич, а ты куда? Андрей, слушай, дело у меня. Все равно же не работаете, сидите. Ну как, сидим, ждем, начальство приедет, мы на месте. Ну, прикрой. За мной не зажалеет, ты знаешь. Ну давай. Спасибо. Ну что, мужики? День добрый. Куда? Мы к Миронову. Какие еще мы? Ты иди, он пускай тут стоит. Вон со мной. Его в списках нет. Ну, братан, подождешь? Я сейчас к Миронову договорюсь, чтобы тебя пустили. Ага. Как братан двоюродный? Не твое дело. Че не мое? Я за него 2 года отмотал. Ты сам за себя все отмотал. Ну, понятно. Ну, водички попить могу. Подожди, подожди, Петь. Не бери трубку. Директриса, сейчас, секундочку. Алло? Да, да, я скоро буду. Да, извините, пожалуйста. Кто это? Я сильно пойду. Подождет. Кость. Ну, подождет, директриса, ничего. Так что мне? Договариваться? На 2 дня поедем, отдохнем? Слушай, я вряд ли смогу поехать, потому что у Маринки свадьба на эти даты назначена. Подожди, ну не ты же выходишь. Ты же знаешь, они без меня не справятся. Мне по хозяйству помочь надо. Ну ты же не мать, ну. Кость. Ну и не бабка какая-нибудь. У тебя своя личная жизнь. Ну, толком не встречаемся. Отец тоже мой агент 07, того гляди, все тестью расскажет. Надоело ждать. Тем более, и Тимке пора бы уже все рассказать. Кость, давай все-таки дождемся твоего повышения, перевода, распишемся, а потом все откроется, да? Тимке все расскажем, а то он в последнее время часто спрашивает, кто его отец, где. Да только через полгода, может, будет, а так 2 дня отдыха. Кость. Обалденное место, родни никакой. Кость, ну... Что? Мы так долго ждали. Давай еще подождем. До повышения. Thank you.
Тебе чего? Что, прости? Что-то потерял? Да нет, я Миронова жду. Миронов на яхте. Ну да. Спасибо за подсказку. Еще вопрос? Матросов нет вопросов. Ну тогда это, солнце не закрывает? Макс! Так вот, с твоим уровнем подготовки ты легко возьмешь город, потом поедешь готовиться к чемпионату страны, на Олимпийскую базу я договорился. Ну а там же расклад на сбору не за горами. Ну да. Иван Сергеевич, я вас попросить хотел. Проси. Я вот когда на сбор уеду, Вике же он помощник нужен будет. У меня кандидатура есть. Кто таков? Брат мой Мишка. Не-не, брат твой шпана. Не обижайся, у него уж судимость. Ну возьми трубку, давай. Да, ну, он же свое отсидел. Слушай, я создал этот клуб для людей с деньгами и с понтами. По-хорошему, с понтами. А брат тут... Вы лишний. Чего ты вообще с ним носишься? Он брат мой. Я помочь хочу. Помогают идущему. А он куда идет? На второй срок? Только кажется, что семья наша нам помогает. А в реале она нас тут. Цепилась в нас проблемами своими. Бытовухой вся. Ну да, но кто-то же должен помогать. Дурачок. У тебя есть шанс вырваться из всего этого, понимаешь? На пике нужно конвертировать успех в деньги и связи. Правильные связи. А твой брат и все остальные только помешают. Да ладно. Ну, смотри лучше, какое платье свое заказал. Ну, хорошее. Давай. Спасибо за совет. Вика! 5 минут. Чего меня не позвал, а? Равно времени нет, быстро поговорили. И что он сказал? Сказал, что будет иметь тебя в виду. Мест свободных нет пока. Да, и когда будут? Ты не переживай, что-нибудь придумаем. Кто придумал? Мы с тобой придумаем. Мы с тобой? Да. А кто ручкой помахал там? Да, это Вика, жена Миронова. Ну, почти жена. Почти-то как? Ну, скоро свадьба. А она твой начальник? Брат, столько вопросов. Да, она управляющая. Такой малиника меня не берут, значит, да? Скоро возьмут, не переживай. Да мы уже взяли двух доходяг. О, уже и фундамент залили. Ну, я ж быстрее сделаю. Знаю я тебя. Забьешь. Да в лучшем виде все будет. Ну, хуже поклянусь. Мне постройка нужна, а не клятва. Полгода уже не пил. Никак. У кого хочешь, спроси. Всякий подтвердит. Ну, а столярку-то, ну, никто ж лучше не сделает. Ну, ты ж знаешь. Борис Алексеевич, а вот я бы не верил ни одному его слову. Вот он наобещает с 3 короба, потом запьет и пропадет. За полцены сделаю. Отвали. Мужик, ну, дочку замуж выдаю, ну, будьте ж вы людьми. Ты что, русский язык не понимаешь? Ты погоди, разорался. Добро, Петр Аркадьевич, но ты мне еще... Резные ставки над крыльцом сделаешь. Идет? Ну, как умеешь. Запросто. Это же не работа, это же душа радуется. Ну, добро. А, Борис Алексеевич, у меня только просьба еще маленькая. Не баланс. Сколько? Ну, 10 000. Машинку новую внуку обещал. А? Этих уволь. Ну, ладно. Спасибо. Да, мужики, хорошо отработали, хорошо отобедаем. Приятного аппетита всем. Здравствуй, Аркадий. Андреевич, ну, дело. Тебе мне отпуск нужен за свой счет. Как отпуск? А я с кем работать буду? Ну, пойми, я там за месяц заработаю больше, чем здесь за 4. Ох, ну ты слышал? За деньгами гонится. Очень надо. Ну, свалишь. Отпустим? Пиши заявление. Спасибо, Андреевич. Пей.
Отпуск по-человечески обмыть надо. Нет, ну ты слышал. Петя, это не по-людски. Свадьба, отпуск. Ну не сегодня. Это обоим не отпустим. Святое. Я же не зажму, я выставлю. Да ну не сегодня. Понятное дело. Ну что, как полагается, за счастье. О! Правильно, потому что не обмоешь, счастья не будет. Особенно у молодых. Да. За молодых! За молодых! За молодых. Жаль, Катька не дожила. Порадовалась бы. А давай за Катю, не чокайся. Логично. Рано ушла. Да, сейчас бы она тебя гоняла. Я ж не против, пусть бы погоняла, лишь бы живая была. Ну, им там лучше, чем нам здесь. У них там все есть, им ничего не надо. Давайте помянем. Давай. Не чокайся. Ну да. О, приговорили уже. Романовна. Чего еще? Ну, свяжи нам тут. Ну, как говорится, поехали. Поехали. Там-там-тарам-там-там-там-тарам-там-тарам-там-тарам-там-тарам-там-тарам-там-тарам-там-тарам-там-тарам. Так, на, держи. Только аккуратно, оно очень дорогое. А ты жениха сильно любишь? Ну, по 10-бальной шкале на 5. А меня? Тебя на 10. А маму? Тебя я люблю больше всех. Это точно! А дедушку? Ну, честно, не очень хочется любить неудачников. Это у которых нет дачи? Это у которых нет удачи. Смотри. Ой, посмотри, тот пришел, наверное. Сейчас. Оп. Нет никого. Ну, а, жених, давай, надевай мне кольцо. Обещаю любить тебя и защищать от всех. И текст он выучил. Ну, какой же ты крутой мужик. Крутой, кому ж такой достанется-то, а? Ну, давай, закрывай глаза, поцелуйчик заслужил. А Максимка, когда малой был, он воды боялся. Представляешь, живем на реке, а оба ни в какую. Мишка, босяк, он ему рассказал, что... У лягушек зубы, и что они сзади открадываются, это как пираньи хватает. Я его на реку привел, воду захожу, мол, смотри, все нормально, иди сюда. И тут это же надо, стекло битое там в воде наступило. Кровище, он бедный трясется. Я говорю, иди сюда, все хорошо. А тут лягушка. Прыг! Максимка в обморок. Бах! Петя! Петь! О! А ты что здесь делаешь, а? Ну, я его плавать выучил. Я теперь чемпион. Петь, а домой идем, а? Не трожу! Идем домой. Что ты к нему пристаешь, а? И так нельзя. Там ждут тебя. Идем. Ты своего мужика в гроб завела? А Петю не трожу. Я пойду. Мужики, спасибо. Петя. Я. Пора. Михаил, все нормально. Петь. Что? Жилетку свою забыл. А. Пока. Я сам. Привет, бар. Ой, ты что под ногами путаешься? Иди в погреб сходи. Солей не возьму. Тань, совет нужен. Потом. Миронов, он не хочет Мишу на работу брать, а ему уже наврал, что он будет работать. Ну как? Ты, главное, не говори ему ничего, хорошо? Что? Я у своей спрошу, может, его экспедитором возьму. Да, судимость. Че, про меня шепчетесь? Очень надо. Иди шампанское купи. В каких? В каких? Сама купи. Ты знаешь, что у меня не хватит?
Главное, чтобы на беленькую хватило. Вдова. Какая беленькая? Ба, добавишь на шампанское, сейчас бегаю. Обойдетесь. Вон, поставь моего красненького домашнего. Ба, так первая же встреча. Ну, нечего выпендриваться. Мы не богачи. А не унижайся, Танюха! Сейчас за детям обеспечит. Пан, зачем ты напился? Маринка! Тимка! Давай сюда! Что ж ты глаза-то залил? Ведь тебя ж предупреждали. Ха, Федоровна, сейчас будет фокус. Оп! Чего у тебя там? Сейчас. Бать, ты что, деньги потерял? Да погоди. Это достойно короля. Нет. Да ты миллионер. Ну ладно. Сейчас бабка даст вам денег. Отец у вас одно недоразумение. Пап, так сколько было-то? Аванс. Давай вспоминай, где я был, с кем был. Паразит! Паразит! Чего ты взял? Чего? Ты взял! Это ты взял мои деньги! Какие? 300 тысяч! 300 тысяч! Все мои деньги! Ты ж вчера у меня чинил половицу, да? Ну. Ты увидел, где они лежат? Да я, баба, починил и ушел! А утром взял! Да я весь день, на работе я. На какой работе? Ты мне с утра на базаре все уши прожужжал. Деньги. А я не дала. Вот ты пошел и грабанул. Ну, не я, ну я Христом Богом клянусь. Ну, кроме тебя ведь никто не знал, да, где они лежат. Ну, штык собаку дает. Мишка, сынок. Ты че, алкаш? Ты че ты? Хорош. Погоди. Как с отцом, ансамбль? Ну пошел ты! Да какой ты мне отец, а? Ты мне какой отец? Ославились. Мы, конечно, приехали несколько раньше, но я не думала, что настолько. Витя Аркадьевич. И вы-то, Леонидовна. Татьяна, старшая сестра. Ой, Ивет Леонидовна, здравствуйте. Вот, позвольте представить. Это моя семья. Я не могу сказать, что мне очень приятно. Максим. Добрый день. Вы нас извините, мы не успели толком приготовиться. Ну ничего, я сейчас картошечку принесу и... Нет, не стоит беспокоиться. Я не собираюсь здесь ничего есть и пить. А, нет уж, вы, пожалуйста, не отказывайтесь. Тащи. Знаете, я бы хотела уточнить подробности свадьбы и нашего, так сказать, родства. Внимательно слушаю вас. Послушайте, я не собираюсь делать вид, что мне нравится эта свадьба. Мама, ты же обещала. Так вот, я бы хотела оговорить, как мы с вами будем, так сказать, сосуществовать. Я купила Игорю квартиру. Нормально. Молодые будут жить там. Но я хотела бы сразу уточнить, что это квартира моего сына, и Марина к ней не имеет никакого отношения. Мама. Дай сказать. Квартира в приличном доме. И мне бы не хотелось, чтобы некоторые члены вашей семьи... Ишь. Вы не переживайте так сильно. Нам есть где жить. Очень хорошо. Игорь и Марина подпишут брачный договор. Это понятно? Да, Ивет Леонидовна, ясно. Хорошо. Ну, а теперь о свадьбе. Игорь что-то говорил о пикнике. Не знаю, здесь или у реки. Но вы же понимаете, что я не могу себе этого позволить. Свадьба сына – это моя репутация. Поэтому я надеюсь, вы можете что-то вложить в торжество. Через месяц у меня будет 50 тысяч. Поздравляю. Оставьте себе на похмел. Да,
Спасибо за прием. Пойдем, мне нужно с тобой поговорить. До свидания. А что смешного? Ну, а что же мне теперь, плакать? Значит так, послушай. Ты же понимаешь, кто ты, а кто мы. Об этом можно очень сильно пожалеть. А если не пожалею? Извините, пожалуйста. Она на самом деле очень хорошая, просто переживает. Ну, я буду не я, если я вас не разведу. За год. Все хорошо? Ну, это от тебя будет зависеть теперь. Игорь, пойдем! Слушай, а ты с Ленкой еще долго тянуть будешь? Ну, приеду, со сборов поговорим. А что тянуть? А, вон синик. Давай сейчас. Угу. Ты издеваешься? Все-таки она же твоя девушка была. Ты вспомнил, слушай, сколько времени уже прошло. Надо проще быть конкретнее. Вот. Привет, парни. Здорово. Ну что? Когда чемпионом буду? Да, не знаю. Водки будем с тобой продать. Денег заработать. Слушай, хорош, не приставай, у нас тут дело есть серьезное. Ленчик! Привет. Привет. Слушай, у Макса тут заявление к тебе есть. Какого он вас стесняется тебе сказать? Ты можешь с ним отойти пошептаться? Давай. Привет. Привет. Чего хотел? Уехать собираюсь. После соревнования на сборы в столицу. Хорошо тебе, не то, что нам здесь. Ну да. Поехали со мной. С тобой как няня, что ли? Да нет, как моя девушка. Потом поженимся. Что? Это ты мне так переспать предлагаешь? Нет, нет. Как это нет? Жить будем, а спать нет? Ну, мы же поженимся. Ты мне предложение делаешь? Ну, да, наверное. А если мы не успеем? Что не успеем? Ну, перед сборами. Пожениться. Так не надо никуда уезжать. Оставайся здесь. Поженимся. На работу тогда я пошел. Давай. Давай сейчас. Я ж тебе не указ. Ну да. Не жена пока. Братишка, а ты куда? Да я сейчас на работу же. На какую работу? На свою работу. Да погоди. Да опаздывал. Да хорош, брат! Зачем мне твой брат? Пускай он едет куда хочет. Да он мне нужен. Че без меня он нужен? Что нельзя выпить с тобой? Может, мы этот по глоточку? Выпей с гостями. Ну, с гостями это работа. Ну, а хочется отдохнуть. Ну, выпей тогда с Иваном Сергеевичем. Он же не работа. Да, конечно. Но он же занят.
пьет с гостями. Ну да. Для него это не такая уж работа. А ты умеешь хранить секреты? Ну да, умею. Да? А вот если я сейчас уплыву, вот совсем, ты сохранишь тайну моего исчезновения? В смысле, куда уплывешь? Не понял. Понятно. А... Вика! Стоп, 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 стоп. Ты просто ногу перебрала. Пойдем, я тебя провожу до веранды. Не хочу. Да, пожалуйста. Пожалуйста, доверься мне. Довериться? Ты же со мной не поплывешь. А веранду я сама дойду. Пункт про нижнее белье. Что, простите? Ну, если мне Игорь что-нибудь подарит, то при разводе кому достанется? Подписывай и не умничай. Игорь, подпиши. И мой тебе совет, прекращай за ней бегать. Марин, да это всего лишь бумага. У нас будет все общее. Брачный договор – это всего лишь формальность, мамина шутка. Шутить любит не только мама, я тоже люблю. Марин, так, все, ты забыла. Ничего не было. Чего ты позволяешь так себя вести? Ну, это издержки профессии. Она просто подозрительная, как настоящий прокурор. Все прокуроры такие. Ну... Ты привыкнешь к ней. Она к тебе привыкла. Да улыбнись. Улыбаюсь. А, пожалуйста, просим. Дорогие Игорь и Марина, разрешите подарить вам этот кухонный комбайн. 20 насадок. Очень удобно. Как говорится, 20 лет совместной жизни. Хоть 50, Виталий Сергеевич. Молодые справа. Да, и вы отменили. Игорь, у вас гости. Вы же знаете, что наша семья для вас всегда и... Спасибо. Не очень приятно. Сейчас весь город твоей маме взятки подарит. Она здесь ни при чем. Они сами так хотят. Пожалуйста, проходите, присаживайтесь. Когда-то давно, когда она еще была совсем маленькой девчушкой, он вел ее за руку в школу. Ну а сейчас он отдает ее в руки другому мужчине. Ты такой красивый в этом костюме, хоть в гроб клади. Может, хватит? Чего ты ржешь? А чё мне плакать, что ли? Свадьба же. Ба, я красивый? Перестаньте оба. Поприветствуем отца невесты. Ну и традиционно танец отца и дочери. Сереж, музыку. Дамы и господа, ну вот и дождались.
Горько молодым прокурором. Благодарственное слово родителям. Пришло время. Пожалуйста. Будешь? Как хочешь. Что? Дорогие родственники, Марина ушла. Ушла куда? Совсем. Она просила передать, что Игоря не любит, и это развод. Любят женщины быть неожиданными. Надо как-то Игорю сказать. Перестаньте, что отец доигрался. Иди, обрадуй молодого жениха. Игорь! Игорь, я сказала, вернись! Игорь! Игорь! Она может быть где-то здесь, а? Слушай, ну с ней бывает, а? Ну она вернется, давай дом подождешь. Да. Я не понимаю, как ты можешь быть здесь? Я никуда не поеду. Что? Что ты сейчас сказал? Моя жена здесь, и мое место здесь. А, вот так, да? Вот так, хорошо. Хорошо. Оставайся, только у тебя больше нет матери. И квартиры у тебя нет. Ты смешная, мама. Институт теперь сам. И вот эти шмотки тоже сам. Значит, так и будет. Хорошо. Хорошо. Все правильно ты сказала, Олег. Маринка, жена тебе. Если любишь, все стерпишь, а своего добьешься. О, Ростислав. Здорово, что ли? А ты что, на свадьбу? Так она уже вроде как закончилась. А? Нет. Я не на свадьбах. Ой, приехал все-таки. Ну, молодец. Слав, ты знаешь, что у нас произошло? Мама, мне нужны деньги. Срочно. Ты что? Какие деньги? Дом нужно продавать. Как? Как? Подожди. А внуки? А я как же? Мам, если ты мне не поможешь, нам всем конец.